Всем большой привет! Это игры, придуманные мамой, и мы сегодня будем из природного материала делать игрушку для ребенка. Для этого нам понадобится вязаная нитка, каштаны, папа в роли шуруповерта, и чтобы просовывать через дырочку, можно взять, допустим, крючок, да? Итак, нам папа просверлил вот такие отверстия в каштанах. Я вам покажу, как это было. Костя. Все оказывается очень быстро. Приятно? Да. Костя. Большие, постарайся. Ну, а теперь мы будем нанизывать на нашу веревочку. Будем делать гусеничку или кого? Змею. Как кому понравится. Змею. Змею. Хорошо. А я думала, червяка. Вот мы с помощью нитки зафиксировали голову. Да-да-да. Ку-ку. Ты достал. Опа, бросил. И дальше также нанизываем все туловище. Вот такая змеюка получилась нанизанная. И теперь мы ей сделаем еще глазки. Приклеим. Вот такая змеюка с глазками. Получилось. Ну, давай, куда ползет змея? Туда. Туда ползет. Вот так. Вот такую змею вы можете смастерить для своего ребенка. Всем пока!